22 декабря в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось торжественное празднование 90-летия заслуженного профессора КФУ Андрея Роота. Мы собрались вот в этом зале тоже неспроста, по одной простой причине, что школу, которую вы формировали, как бы она ни называлась, факультет журналистики, там, институт, сегодня высшая школа, она продолжает те традиции, опираясь на тот фундамент, который вы заложили. Да. По-моему, не ошибаюсь, вы помолодели. Ну да. С той поры. 5 лет тому назад мы с вами на сцене. Да, я помню. Вы помолодели. Это хорошо? Это отлично! На торжественное мероприятие в честь юбиляра были приглашены представители органов власти и средств массовой информации. За без малого 50 лет, что Андрей Роот проработал на кафедре журналистики Казанского университета, на разных должностях он воспитал и сделал профессионалами многочисленных учеников. Почти все они сейчас занимают ведущие должности в своих организациях по всей стране. Среди них и главный редактор российской газеты Владислав Фронин. С днем учителя с большой буквы. Спасибо вам. Спасибо, что родились, спасибо, что жизнь отдали этой непростой профессии, этой непростой науке. А самое главное, не каждый может похвастаться, что в результате вот этой большой, многогранной, плодотворной работы была сформирована целая школа. Мы сегодня с гордостью говорим, что Казанская школа журналистики существует. Это во многом благодаря вам. В этот день было сказано много теплых слов в адрес профессора и просто хорошего человека, оригинальности мышления и целеустремленности которого можно искренне завидовать. Достигнув 90-летия, профессор Андрей Александрович Роот сейчас на личном примере учит накапливать свои личные интеллектуальные ресурсы и расти свое самосознание. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.